Зима – любимое время для многих людей. Снежные хлопья, падающие с неба, всегда дарят ощущение волшебства и праздника. Однако в этом году крымчанам приходилось всегда держать при себе зонт, а не ловить ртом снежинки. Даже новогодняя ночь была с оттенком осенней хандры. Ну, хотелось бы, конечно, снега, сделать снеговика не из грязи и снега. И у нас Маечка наша очень любит снег, поэтому нам как бы... Лучшая погода – это снег. Поэтому хотелось бы как зимой видеть снег, а летом видеть подснежники, а уже не зимой видеть их. А это как бы про, ну, времена года, как бы все соответствовать должно быть, как-то логически. Снега хочется, снега мало, зима теплая очень. Так что, ну и перед Новым годом, конечно, настроение не то было. Ну так, хотелось снега и хочется. Надежды людей развеяли в крымском гидрометцентре. Так, на этих выходных крымчан ожидает дождь с мокрым снегом, а уже на будущей рабочей неделе на полуостров придет потепление. Столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла. Довольно теплая погода и в течение следующей недели тоже без осадков и довольно тепло. 4-9 днем и около 0-0 плюс 2 ночью. Пока похоже, что зиму можно вычеркивать из календаря, а теплые вещи отложить на дальнюю полку. Впрочем, практика показывает, что в апреле нам придется снова их достать и ловить ртом уже весенние снежинки. Яна Ютрюнки, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.